Всем добрый день, хочу сделать свой обзор по Deo Nexia. И вот следующее, например, вот руль. Многие говорят, что он стоит криво, неудобно. Меня это ни капельки не лимитирует. Хотел уменьшить диаметр руля, купив новый. Попытался снять, руль не смог снять. Даже делал съемник специальный, ничего не получилось. Ну, такого плана я съемник делал для снятия руля. Вот этими усиками, краешками зацепляется там силуминовая часть. Я там настолько давление создал, что эти усики топились в силумин, как бы продавив, вырвали его. Потом еле съемник снял. То есть чуть небольшой перекос, и он застрянет там, а руль не снимется. То есть надо другой способ какой-то искать.